сегодня. Поступило сообщение о заминировании вокзала. Здание вокзала и прилегающая территория оцеплены. Обычное хулиганство приняло неожиданный поворот. У нас человек на путях пострадал. Это, по-вашему, тоже розыгрыш? Причастен ли минер-шутник к настоящему взрыву? Ему доставляло удовольствие, что мы здесь все на ушах скачем от его звонков. За дело возьмутся лучшие сыщики столичной линейной полиции. Москва, три вокзала, Троянский конь. В купе внезапно умирает пассажир. Ну что, полегчало? Ой, нет, мне что-то совсем поплохело. Так, ну все, хватит. Сейчас будешь пить таблетку. Смерть похожа на случайную. Наш эксперт предполагает, что ваш муж умер от передозировки некого антикоагулянта. Но это неправда. Смерти жертве могла желать его жена или ранее им осужденные преступники. И вот это вот все? Куча предположений и ничего конкретного? Мы работаем, Игорь Саныч. Плохо, значит, работаете. Это не кто-то там, а судья. За дело возьмутся лучшие сыщики столичной линейной полиции. Москва, три вокзала. Юбилей. На телеканале «Новый мир».